наша деревня. Днем пойдем посмотрим, как выдержали стопочки из облепихи. 14 часов с водой они стоят. Интересно. Испытание на герметичность. Ну что, момент истины. Так, смотрим, что мы видим. Я доволен. Немножко помотрела снизу. Здесь. Да, дно немножко где-то. Но за 14 часов сырое дерево вполне могло чуть-чуть пропустить. Это не критично. Попробую дно. Что-то попробую с ним сделать, провощить получше. Высушу сейчас эти стопочки и продолжу с ними работу. Порядок. Хорошо. Всем добра.